Здравствуйте, товарищ Рыбалова. Хочу немножко рассказать о одной из своих любимых катушек. Данная катушка называется Shimano Katana, в данном случае 2500 FC. Данная катушка у меня уже очень давно. Катушка, в принципе, на мой взгляд, изумительная. Соотношение цена-качество – это просто что-то с чем-то. То есть безотказная, мощная и надежная. В комплекте с данной катушкой поставляется пластиковая шпуля, которую, в принципе, можно использовать под монофильную леску, либо же также она очень сильно помогает при намотке бекинга. Данная катушка весит 270 грамм. Лесоемкость 0,25 лески – это 160 метров. Оснащена двумя шариковыми подшипниками и одним роликовым. Данная катушка, как я уже упомянул ранее, у меня очень давно. И, так сказать, по сей день служит верой и правдой. То есть, никаких проблем я с ней, в принципе, никогда не испытывал, так сказать. Данную катушку использую под крупные воблеры. В силу своих размеров и вес она очень хорошо подходит по балансу, благодаря своему, так сказать, вменяемому весу. Не слишком тяжелая, не слишком легкая. То есть, удилищами, которые я использую, она очень хорошо балансирует, так сказать. Данная катушка оснащается вот такой вот литой алюминиевой шпулей, как и присущим многим катушкам Shimano, шпуля имеет такой вот характерный бортик, который, в принципе, не дает, так сказать, сбрасывать петли. Действительно, петли она не бросает, то есть на моей памяти я ни разу не бросал, у меня сбросов петель не было. Работает как часы. То есть, если, естественно, за ней надлежащим образом, то есть, ее обслуживать. Так что можете смело приобретать. Данная катушка изумительно подойдет начинающим рыболовам под любой тип ловли. Ну, прежде, я думаю, она будет интересна спиннингистам. То есть, использовал ее и под твичинг, и под равномерную проводку. То есть, блесен и того подобного. Джига. Катушка во всех типах ловли отрабатывает изумительно. Катушка оснащается мгновенным тормозом, флажок переключения которого находится в нижней ее части. Вот как вы видите. То есть, никаких проблем с ней, в принципе, нету. Данную катушку могу рекомендовать начинающим рыболовам. Так что стоит приобретать такую катушку. Фрикцион у нее, естественно, передний. Ролик лесоукладывателя, естественно, обслуживать, работает без всяких проблем. То есть, леску не закручивает, то есть, плетеный шнур. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.